вообще ничего не надо. На что сейчас стоит бонус сливать? На каком сервере? На каком сервере? На X2. На X2 ни на чё. Мяка, дай столик. А, ты про бонусы, бля, я думал про голос. Типа полироль, наверное, только стоит бабки сейчас. Наверное, и все. Как обычно. Раньше стоили воронки, блядь, вот. Я на голду сливал, а сейчас хуй знает. Полироль, красный. Ну там обнова 113 метров подъехала. Редвар, чё ты говорил? Ну чё стоит, на чё стоит бонус сливать? На печеньки Т5. Нет, точка в плане голды, чтобы заработать. На красные полирольки. Ну да, только на красные полирольки уже получается. А смены это с альянса на орду, кто шеем и делает так можно. Нельзя рефрактор. Ререйс мне продай. А, он не продается? Нельзя. Он не передается теперь. Тем более, ну там обычно договариваются, меняют на голду. Как подарок. Не, но типа ты... можно задонатить в Акуан, тогда и он... Ну, но он может меня так знакомо покупал поставить. За сколько? За общей суммой ререйс, ренейм. Ну, я сейчас так понимаю, по почте нельзя, только типа ему на аккаунт донировать, да. Да? Так? Ну типа да. Чувак, короче, купил ререйс, ренейм и, по-моему, пару триник клубовых на кастера за 280 общей суммой обошлось. И то это типа со скидкой, вроде как. Во, видел? Лага. На 270 шмотков. Нормальные камни стоят. Все? Ко мне вопросов ноль, блядь? Нет, я вот сумоню Байру сейчас еще посмотрю и на тебя, и на про. Так, ну что, в шее камень, дерьмо. А, чё, йоту на замену, что ли? Да, ты этого босса послакаешь. Я ж тебе говорю, на проходные шмотки у меня камни говно стоят. Шея, кстати, хорошая. Давно это не шея. Ну, нет, это хорошая шея, это зря. Какая шея, с острова? Да. С острова, да. Чё в ней хорошего? Шея, до сих пор с ней хожу. Там статов, блядь, намного меньше. А, то есть ты вместо того, чтобы поставить, допустим, камни с полироль в перчатке, поставить ювелирные камни куда-то еще, блядь, схитрил. В смысле, блядь, не надо так, нахуй. Все понятно. Он наставил ювелирные в Т5? Да-да-да. Ну, это нормально. Очень хитрый план. Ставлю брюли и ювелирные в Т5, говорю, что зачем. 5 ее, блядь, ставить. А что здесь не так-то, я что-то понять не могу. Плохо это. А чем плохо-то, блядь? Т5 смысла не вставлять, там все равно без брюлей ты по цвету уже не вставишь, все равно. Типа синяя, по-любому есть дыры. Проня, где в без шмотках полироль? Голова, ботинки. Пояс. А где такое есть в правилах? Грудак. Есть вообще такое в правилах гильдии? Я что-то не вдупляю. Вот смотрите, то, что я офф шмотку поставлю, да, ювелирку, блядь, 50 камней, и типа в Т5. Какой смысл-то? Причем я ничего не теряю, ничего не прибавляю. Запы можно вставить ювелирный камень, потому что проще. Там одно гнездо, и все, бах. И типа и по цвету, и ништяк. Вообще-то это еще пианистом было много раз озвучено, что в бисовые шмотки камни с полиролями ставятся. Что вы не соблюдаете это просто приближает тот момент, то, что вас в рейд брать не будут. Вот и все. Да, я что-то первый раз вообще такое слышал. Типа не лукашные камни, слышь.
то, что должен. Процитировать пианиста. Если вы не можете содержать шмотки, которые лутаете, значит, шмот вам в целом не нужен. Пока вы эту шмотку, которую вы лутали, не можете содержать, зачарите, воткнув в нее камни. Это то, что говорил Леша. Наверное, 50% дверей да тогда ничего не лутает, наверное. Если не больше, наверное. Да не, я просто на следующем КД проверю, выходите, ребят. В игру уже. Будут у них полироли или нет? Те, кто за неделю ничего не исправит, будут, скорее всего, сидеть на замене. Женек, ты там лагаешь, не лагаешь? Я не знаю, я обнову качаю, короче. Алиастру заходишь в рейд. Просто ушел с концами, как я понял. Так что, Кир, сможешь радоваться, осколки твои. Еее. А чё спросите? Там у него там дела возникли, сказал, надо срочно уйти. Да. Кирс не хочет собирать, могу я пособирать. О, Питерс. Фарада, специально для тебя. Я осколок. Если честно, я не куплю. Надо больше. Я купишь осколки? Если ты меня напугал 5000 за один осколок, то ты не напугал. А я так скромненько. Кто цен не знает, он продешевил. Враска, медведа ешь, вы скоро зайдете? Лага, пятнашку, обновишь, я говорю. Сколько у тебя еще качается будет? У меня 67%, но он по 0,7, по 0,07 качает. Ты че, я без лаунчера зашелся нормально. Лаунчер надо запускать только тогда, когда требуется обнова, блядь. Ну, подождем, ребят, по идее, недолго у них качаться. Это может, я могу так зайти? Это, блядь, не надо. Прони, меня не устраивает то, что у тебя стоит ЛК, камень в бисовом поясе, то, что у тебя стоит камень без полироли в голове. Вот это вот меня крайне не устраивает. Так же и в грудаке. Ну, то, что стоит камень ЛКшный на меткость, это еще можно понять. Типа, зачем делать перекап? Но это можно подогнать лучше статы просто. Мне почему можно вставить... Можно поставить оранжевый камень, да, с полироли. Оранжевый можно где-то поставить ювелирный камень там и этот убрать, допустим. Так как меня напали, когда я еще бегал, ну, какой-то, не помню, гири, мне... Я вставлял камень плюс 4 меткости, понимаешь? Потому что мне ровно столько не хватает. Короче говоря, на боссе у нас Луциния Алоэ. Все остальные в ДД, РЧ на пул. Эти бафы-то хоть. Таня, ты можешь поставить ювелирный, и там будет 18 метров. Мякая МКшечка. Еда есть, ладно. Бафы-то. Ни еды, ничего, короче. Аура от льда здесь не нужна, можно поставить от тьмы. Дать мастер ауру на взрыв. Пригодится. Престабов дайте. А у нас престаб даже не отбросить. Да, замене. Крыши много. Вообще, вы цикуны, сука. Его наказали, нормально. Вроде. Ну и? Один милик может вынесет.
забрал. На пульт. Я выбил. Если надо. Осколок есть. Че, я походу ДПС выдаешь? Нормально, 13к нахуй, блядь, ну пусков нормально. 13к. Значит так, мгновенно, 16 место по ДПС. Ты, наверное, должен понимать, что когда споры в мелизоне на тебе и на враске, вынести ее должен ты, а никак не враска. В следующий раз за это будет ГП. Я тоже так думал, но пришлось... Че, лага разрулить или сам? Сейчас разрулю сам. Окей. А типа спор отдамажит, что ли, да, людей? Ну как бы, да. Почему-то мне показано, что типа вам дамаг наношу. Да, если... Да, она даже, я даже больше скажу, она тикает. Да, то-то и тикает. Вот именно, когда взрывается. Какой, на себя крылья нажать сильнее будет дамажить? А кто мейн танк у вас? Алло. Я попробовал назвал. Что, зависли, что ли, или что? Да нет, вроде. Ждем. Суманите Йотуна. Че, разобрались сами, кто там? Слизни, кто босс? Не, все равно. Алло, это не завис? Вместе бежим. Нет, здесь, сейчас тут кип. Ты кто на бой? Давай. Можно каску по ДК. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Да, давай, Бэрри.
пекла. Липучка, вонючка! Сведите РТД, Мелик. А на танке нет, не на танке. Большой в рейд. Идите хорошенько с вами. Фридом. Фридом. Форму смотри. Да он меня пробьет. Мне он 2000 бьет. Там лужа еще. Ох, лужа. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Ой, это у тебя маленький, да? Угу. Ну, сейчас подойду. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка, вонючка! Не очень понял, почему умер пока тут. Он заходил, что ли, до пула, или там что случилось? Наверное. Осколок. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизе. Ну, скорее всего, заходил, потому что по-другому как бы он спиру слит. Я вашего нового ханта погнал по ДПС. Все, лак забрал. Слушай, у него нормальные камни даже, полироли есть. Это лол. Я же говорю, Враска, будет у меня 4 куска, и ты в сторонке будешь дышать. Ты мне так говоришь, вот это на 30к погнал? Чисто в босса, можешь что-то показать, тоже интересно. Я чисто в босса играл. Кто-то Враска накручивал, да? Чем? Вопрос чем? Бурей, которая раз в 10 секунд бьет. Или лужей, чем я накрутил? Буря и уже, походу, раз тебя нету, блядь, в списке. Я чисто в гниломордолинка нули урон, знаешь? Я понимаю. Просто не у общий. Тебя общий ДПС как бы выше, типа третье место, а гниломорды у тебя чисто по боссу нет нихера. И следовательно, ты просто накрутил. Это урон по гниломорду, а не по трэшу, а не общий урон. Рано ты вагон. Поддерживайте. Враска, бери вторую шеемку, вторую руку и показывай. Фури пал, да? 30к ДПС. Буря бьет 8 раз в секунду. Проня, мне кажется, ли у тебя чарки на голове нет? Чарки на голове. Он просто треп еще не качнул скринку. У него нету чарки на башке.
Эти каты дорос и репу не качнул. Там алкашный камень до меткости, но, сука, чарку за 100 голды-то может? Это, кстати, смотри, вот чувак, кто на проне, там это... Если у тебя на этом же аккаунте есть персонаж, у кого репа с клинком прокачан, можешь купить чарку и послать по почте. Не знаю, как прони, но гладовский лук внешне мне нравится больше, чем то, что у него стоит. Контрольщики есть на старт? Не качается сама собой. Проня, ты серьезно? У тебя что, репа не вкачана или в чем проблема? Ты понимаешь, достаточно купить накидку и в РБК и походить 3 дня. Да 3 раза хватает. За ОД может. За ОД купить там 5000 ОД фулл реп. Вы не забывайте, что надо сделать цепочку, чтобы трейдер открылся, алё. Не надо, да там 2 квеста. Не-не-не, надо цепочку сделать. А кого ты её купишь? Что-то я не помню, что там цепочки какие-то надо, были. Надо. Может, он про блещи говорит? А, подожди, а пэшно это же у тех черного клинка? Да, цепочку делать. Чё? А зачем блечи? Цепочка 3 квеста. Чтоб трейдер аукционе блечи куда лучше. Я забыл, что на аукционе. Так, Редвар, на замену обратно. Прости в рейд. Че, просишь, куда ты уходил уже? Вернулся, оказывается. Дела закончились. Да, блять, я выходил, матушку встречал, там сумки, блять, дотащить. Я ж чё? Не скажу, нет, правильно? Правильно. Мне все равно. Че там кольцо-то? Не тащи баулы сама, я в рейде. Ага. И поебал. И сумкой поемплища, да? Просто с ноги, да? Кольцо вы, короче, забираете, да, с Валитри? Так понимаю. Чё за кольцо? Ну, ты говорил, что нужно ему. А, сапфира? Фалик вы тоже забираете, короче, да? На друида на трансмут возьму, ну. А вообще, я слышал такое, говорят, если о, ты подходишь... О, на Фалик тут целая очередь, удар. Поэтому на Фалик даже не надейся. О, палку вы тоже забираете, короче, ладно, если мы все забираем. Отдыхать. У меня палка есть, можешь забирать. Так и зонтик, давай, этот, портал. Слышишь, у меня палка есть, можешь забирать. Хотя полчаса еще. Все, меня, короче, не беспокойте до конца рейда. Проня, еще один вопрос. Вот смотри, вот я смотрю твою випку, у тебя 2%. Соответственно, это 10-я лоялка. Специально открыл базу данных, у тебя здесь 3%. Ну вы бедного проню ебёте, это во все дырки отвалите, вам чё, блин, своих женщин не хватает? Так, закончили флот, проню, чтобы до следующего КД докачал себе 4-ю профу, повесил чарку на голову, поставил камни с полиролями в бисовый шмот, или ты будешь ошиваться на замене. Какая у тебя собиралка? Горка там на стами? Тебе очень полезно хилиться в рейд. Самая полезная профа, ты чё? Так он вчера писал, он полезный хант. На мне все мобы хилить. Ну, если он тактику соблюдает, он полезный. Он как ИШП нахуй хилит сам себя, блять. Трава фармится, делаешь друида, качиваешь травку, летаешь в форме, собираешь. И быстрее, и не тратишь лишнюю профу на бесполезную. Я смотрю, ты там, Редвар, самый умный или чё? Ты хавальник-то прикрой свой, блядь. По полезности базарить хочешь, клоун ебаный, блядь. По поводу профу. 4-я профа нужна, чтобы фармить голду. У меня твинов, как у вас, по 150 штук нету. На мейне не должно быть собирающего. Ты лучше ответь, почему у тебя нету чарки на голову. Я вот это вижу уже не первое время. Я думал, она появилась, но ее все еще нету. Я тебе написал. Никто не говорил, я как взял кусок Т5, я забыл просто про нее и все. Да ничего страшного, делается все. Одним словом, просто еблан, отъебитесь от него. Так, личный перепал. Ты ебал, лопни свою, аут, ебаный, блядь. Орать не надо. В личку друг другу пишите вот эту вот хуйню. Скандалы, блядь, интриги, расследования.
То, что на мейне собирающая профессия — это зашквар. Да. Ну тут да. Не вам решать. В смысле? Зашквар. Никирс, просто понимаешь, в чем дело? Я сегодня с утра пришел с работы. Ну, я пока я спать не хотел, сидел на роге. Прикидывал капы, чтобы они прям идеально подходили. И я это сделал, потратив на это 10 тысяч голды. А на рога вообще не мой, блядь. Я на него захожу охоту делать, и надо целка ХМ пойти. Все. Вага, можно релог быстро? Нет. Экран забагался. Делай. А не хочешь на моего ДК потратить 10 голды? Миш, если что, у меня там пуси есть, у которого 2Т5 не раскрыты. Хочешь потратить? Чего у тебя? У меня там пусяк есть, там 2Т5 не открыты. Хочешь потратить? Алиастра, скажи, как релогнишься. Хорошо. Просто я не знаю, чего вы на ханта напали, тут много у кого, типа, надо нападать на много. Кровозор, все... Комбаты сами не знают нихуя, что какие капы им. Все знают. Кто-то собирает 700, блядь, меткости, другой собирает 100 крита, другой собирает 300 хасты, 70. А если он может только коник? Я теперь перед абсолютно каждым рейдом буду всех людей осматривать на чарки и на камни. 315 меткости, комбату нахуй не надо. Луцинь, правую 2, алоэ, килисат. Могу поспорить с тобой. Яды — это магия. Открываешь вкладку «Магия», там будет у тебя 10%. Да, у нас полгосса. РДД — кинетика. Хоть делайте вид, что отходите от танка. Как паладин у рейда. Дайте йоту на КП за чары. А что он там делает? Черви. Черви не контролятся. Я знаю. Сферы забирает. Ничего не знаю, все крутые блады, блядь, гоняют на эти блады. Насладитесь болью. Он мяко не даст соврать. Отбежал, да. Кинетик. Умная
Два вагона, вообще как умерли? Отбегал от босса, ударил вихрь. Это совпало с планом. А вот это вот интересно. Толдорам, а ты в курсе, то, что здесь передвигаться много нельзя? Сколько там стаков было? Я отбежал. Показывает хилбот стаки, 19 на нем было. Да, 19. Осколок. Я считаю, что ему надо стоя подать. Это еще что, под зеленкой стаки не тикают, если бегать. Простя. А, да. Б. Нет, на А правильный ответ, хуй на. Не, если он не хочет, могу я забрать весь с удовольствием. Просто, отец, ты шаман, ты какой щит слонотель хочешь? Ты вообще о чем? Я хочу на трансмог. Перебьешься. Нихуя вы ебанулись, блядь. Закатку на трансмог, блядь. Я даже бы купил бы его. Это если пауэрплей не будет. Да. Плащ купал, нет? Нет. Сейчас бы типа топовые шмотки на трансмог править. Знаешь, что в ТЛК не выпадают губозакаточные машинки? А с 25 обычки щит на трансмут не подходит? Лага, я релогнусь, у меня все на месте бегут. Он не красный, он черный. На танк из робота щит не падал больше? Он еще ни разу не падал. Он один... Он вообще, по-моему, ни разу не падал. А может, кстати, его линкануть кто-нибудь? Посмотри в магазин. А, точнее. Просто в этом еще нету путеводителя. В путеводителе ничего не добавляли, и хрен знает, когда добавляют. Мне кажется, они этим даже не занимают. Не, путеводитель добавляют, когда проносит инспа. Толдорам, ты в курсе, ну, когда Келли убьем. Говоришь? В курсе, что это шлем на ДД? О каком успек сейчас речь? Почему на ДД? Это ж танковский шлем, по-моему. Где этот танк с кишлем? А, это следи танка. Не, я забыл. Вот он похож на следи такой же просто. Так только релогнешься, а тебя уже станет. У него моделька типа как у такого просто. Это за слишком большое количество перебежек. Это самая нелепая смерть на этом боссе. Что его откинуло, когда у него много было. Я на прошлом КД видел, как от одной пружинки люди летали ко второй пружинке и возвращались на... Вот это самая нелепая спичка, которая может быть. Подожди, упала, есть волшебная бабл. Вот ну как бы да. Знаешь, когда у тебя случается такое, что ты можешь сдохнуть, эта кнопка должна приоритетно быть прожата, наверное. Ну как на Келе, я типа... Интересно, есть вообще такой рейд, где людей не кидают как в разные стороны? Конечно. Там Лока по кругу пустили, по-моему, на том КД говорили. Есть варик квест сделать? Okay. Так, плечи-то можно, нету. Нету. Сейчас же квест другой, а этот... Ты неправильно вопрос понял. Не про ЦЛК, а Викли, а про стадии. Мне, да, на шеем вот этот квест. Укус. Мне кажется, в Хейме только Палу реально, потому что он может первый укус получить.
Так просто рейд не бейте, блять, и он получит. Укус может любой получить, если рейд не бейте. У нас тогда... Дается второй укус танку. Все становится нормально. Я джипсы поставлю. Давай попробуем. Нам, правда, валитры надо еще сегодня закрыть, по-любому. Че с женой, она нет в рейде, или кто там? Че, думаешь, его никто не заменит? Да я бы и Сендру убил на этом КД. Ну, сегодня. Ну, у нас 15 минут. А если я, наверное, буду зеркало ловить, и вообще никто бить не будет? Я поймаю первую? Да. Может, так и сделаем, быстрее будет, стопать не надо. Да, проще. Дайди в шкаф. Ну, зеркало второй по агру ловит. Ой, в смысле, кус второй по агру ловит. Так мы в ХМ-ке, стопать-то не надо будет. А, значит так, медведь даешь в танка. Луцинь будет танчить босса. Алоэ бежит. Нет. Алоэ бежит вместе с Луцинем, ловит зеркало. После этого медведь даешь, меняет Алоэ на зеркале. Короче, на пул. Ну чё, короче, вначале не бьем, да, чтобы он поймал? Еще раз говорю, он ловит зеркало, ему дадут второй укус, и все. Понятно, а это кто? Значит, мы бьем с пула, вывод. А Ник, это, кого надо укусить, это кто? Алоэ надо укусить вторым. С пула бить можно, просто второй укус отдается сразу же Алоэ. Давайте, Луцинь, Алоэ, вперед. Словил дебаф? Да. Медведь даешь, меняй на зеркале. Ой, блядь, Фарад бестолочь. Поражался, что ли? Нахрена ты забрал укус? Кто у нас делает? Алоэ. Отдаешь укус Алоэ. Ушу его. Меня старайтесь под конец кусать, что-то мне фризить резко начало. Ну возбегаться будете, нет? Вы что, дрочите что ли, Талдарам? Это ГП, короче, очередной. Алоэ, ты ж в мили-зоне? Да. Звездочка на мне. Так, мне я кого даешь, потом? Спекнулся или нет? Ты укусишь Даркиса. Потому что мне кажется, медведь в сове. Ну да. Давай на 36 кхп. 40. Алоэ, вначале кусаешь Даркиса, потом Простю. Нам стопать придется. Ну да, я вижу. Вы можете слишком активно кнопки не давить уже. А где Дарки стоит? Знаешь, Вага, то самое чувство, когда я даже не знаю, активно у меня кнопки жмутся или... Давай лучше мало хп останется, оставим. Проще, чем не хватит потом. Мгновенное поднимай Войда. У тебя не получилось. Алоэ, ну не бегай на центре. Да я кусал. Вага, ты не укушенный там? Нет, Энджи, поднимай Норси. Давай, тебя следующим тогда.
еще РДД, все укушено. Так, кого следующим кусаем? Прости после Даркиса. Медведя же сложила. Блин, ловите зеркало. Нужен кто-то жирный, чтобы зеркало ловить. Вот я зашел в этом. Че, мне нельзя ловить зеркало? Лед спрятался и все. Там йод он. Рядом стоит. Просто стойку включи. Хотя не, ладно, около меня тут есть люди. Резать кого-то? Йота на не уронить. Вой, поднимай нямку. Так, просто ну, укусил, сам. Потом кого? Уже дал бы. После прости кусай. Толдорама. Серьезно, что? Дайте центр, алло. Начинаем представление. Кто из ДД еще не укушенный? Я ухожу в войны. Факт. Так, все, три укуса отдал. Настя, шаг вперед сделай. Он еще тени льет, смотри. Параду убейте. Все, добивать. Он всех укусил? Да, все сделал. Они еле нашел тебя. Это было охуенно. Я выношу тени, пытаюсь по пути кусить человека, к нему подбегает другой и кусает прямо перед... Это просто 10 из 10, нахуй. Ящикся теня. А можно на зеркало теперь танк вставить, пожалуйста? Поскол. Он или не услышал, или не спектрусил, не знаю. Там танк умер, я его просто заменил. Он не в танке там был, у него 36 была. КХП было. Ну такой вот он странный танк, да. Багрух. Типа я на четвертом месте без укуса, прикольно. Я с пингом, попросивший меня не кусать, но... Че, тяну? Охуенчик. Лучшая притяжка. Одноразовая притяжечка получилась. Так, он же еще не начал. Давай еще одну так же. КД, блять. Давай ему прохилим. Ну, у меня КД 6 секунд еще. А там вроде есть талант, да, за убийство опыта или честь, который приносит, откатывается. Это символ. Символ, да? А на Синдре одно дыхание надо поймать? Нет, много. 4. Короче, ты просто можно... танчишь его и все. Танчишь его с топором. Нет, там если он сразу поймает, ему может времени не хватить, там надо... А, надо ее убить, да, под дебафом? Конечно. Или что? Да. В смысле, ну как ты пойдешь квест давать, если она живая? Расскажешь? Нет, я же с комнаты не выйду. Я тебе про это и говорю, там после определенного количества стаков ты получишь баф, который висит время. Если он кончится, тебе какой-то квест не... Все, понял. Вот как короче, сейчас у тебя на королеве, вот у тебя сейчас баф был, который висит время. Я не знаю, я по-моему после первой взлетки начинал ловить.
Ну, если я МТшить буду, можно и все. Когда тебе может времени хватить. Да ладно, что ты паришься, вон это, с Войдом сделаешь 20 карт, я думаю, что ты и все. Там полегче с ними прогадать. Или лучше как ОТ, да? После первой взлетки начинает ловить. Да, он может просто до первой взлетки потанчить, а потом ты заберешь или как-нибудь дашь. Ну да, тоже можно. Видишь, типа в гере-то фиг знает, я не знаю, что тут по ДПСу нам и хватит. Если ты сначала будет. Тут хрен знает. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Не, ну лужа конченая вообще, конечно. Нагойно руками за. Видишь, они как-то сделали, они текстуры наложили, это типа должна сама земля, по идее, дрожать. Типа ступеньки, вот это все. Как должно хотеть. Да, ну и на уфе такая же была, только меньше намного. Вот она, видишь, как тесто поднялось, как будто. На офи была примерно такая, только она была более прозрачной и желтого цвета. И она не вылазила из текстур. Да у Люба они просто оранжевую лужу ДК и не ебали мозги. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Вага, вот этот щит сбивается варовским. Героическим броском, не броском этим, что ли, сокрушающим броском. Сокрушающим. Попробуй. Но он не диспелит. Значит, нет. Так бабл тоже направленным не диспелится. Он диспелится массовый. Я про массовое говорю. Я не думаю, что бросок это как диспел действует. У них механика одинаковая. Бога, не забегай. Во имя серебряного авангарда. Кому же под силу очистить это пристанище? А что, ну все починили, что ли? Благодарю вас. Лестните, да? У меня однажды было престом прямым диспелом бабла во время использования бабла. Одновременно прожали диспел бабла. Я здесь, блядь, на арене сталкивался с такой хуйней, то что я бабом, блядь, чувака, блядь, вхуяриваю печатью, блядь, то есть урон все проходит. В этот момент мне роги вешает. А что, починили эту хуйню, то, что босс запускался? Да, у меня самый топовый момент был, это когда я на арене отразил покаяние и хекс одновременно, двух разных чуваков. А этим, метасокетом, что ли? Нет, скиллом, отражение магии. Только единственное, не могу понять, почему они вдвоем меня кидали, блять, контроль одновременно. Только вот это я не могу понять. Может, ты в Солоке был? Нет, это 2 на 2. Тогда да.
это четко, но только это у меня не сходится в голове, почему было так. Не, меня тут что, на арене подбешивают, как эти работают, блядь. Ну, типа... Хуй отвосаешься, блядь, пол столба, блядь, простреливается, блядь. Слышно? Да. Два шамана с паладином в порталах, два эрдруна на рейде. Медведа ешь слева, Луцинь справа, Алоэ тоже там. Поможешь слева медведа ежу. Полипал, Перчана, ставь коня тогда. Коня ставь. Не слышишь, что ли? Где он игнорирует ее? Без коня будете летать, окей. Да включит, как будет летать, что ты хочешь. Просто не хочу следить потом, чтобы сменять ауру. Пуляйте танки. Дайте ауру коня, пожалуйста. Ауру коня, Владимир. Да уже дали. Мне нужна она, я должен. Да ладно, ты очнулся. Герои, вы должны мне помочь. Все можно освободить. А сейчас Талдарам тебя не услышит. Усиление магии нет. Нет. О, в Долоране вообще. Да, он отошел, написал. Мяко. Как я понимаю, может, усиление будет? Нахуй надо. Маккин скилл, который увеличивает магический урон. Зор, стой где-то посерединке. Разгром. Пошли вдвоем, пошли вдвоем. Thank you.
сейчас выйдем за хилом. Вдвоем идите. Блин, конченая лужа шаманус. Под ней не видно вот этого бафа, который подкидывает лужи. Почему я вижу? Не знаю, я не видел. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Портал откроем, да, или что? Да, откроем комнату, все на этом. Да ладно, не упал. Серьезно? Ты плачешь туда? Это ДС, если падает, хорошо. Петля упала. Так че говно же это? Для танка? А, типа на Вара напала, это говно шея. Да, нямка, можешь идти. Норси тоже. Ничего не говно. Мы дальше идем или РТ закончено? Комнату почистим. Синдре откроем портал и все. На этом закончим. Вот такая шея будет, разве нет? Ну, если нужен комнату почистить, суманете. Смотри, как карты собирать. С мастерством лучше, чем с меткостью, явно. А есть шея с мастерством? Ну, я линканул. Мишке не подойдет в ДКшнику. Ну, когда медведи начнут носить щиты? Можно ступни тогда взять с этого. С РС. С этой шеи. А при чем тут ступни с РС? Потому что ступни из ЦЛК отдают мастерство. Что её только вводит на мейнспек хочет? Тебе сапоги с мастерством тоже нужны. Ну, если... 56 мастерство надо. 56. А чё, правда говорят, если тут по кругу войти, то мы не садимся. Там бить. Так дверь не откроется. Чё ждём? Ещё одного человека, суммонин. Давай. Заходим в комнату все. Чё, чего это резко будет? Тут типа шея петля, наверное, только на медведя идет, наверное. На всех она идет. Мастерство сложнее забрать, чем я. Ну для кого как? У всех латников дает одинаковый шмот практически. У ДК нет. У ДК Лора. У ДК не надо кап мастерства, блять, авару и мишки надо. Ну вот я же там же и говорю. У Глора это 12 всего лишь. Ну вот у меня ступни, глор плюс таланты 39. Ну, надо 56. 36 нормально. Лекашника не надо кап. Почему? У него полихаста не бывает, что ли? Дело не в полихасте. Последняя возможность паролить вот эту хрень или пыль. Какую?
Никому же зал не нужен, прикольно. Так он... Дух Крит это только на ДЦ, все остальные, блин, ебало воротят от этого говна. А кто все остальные? Это Локи, блин, и маги. Никому это нафиг не упало. Ну типа если 240-е, шмотка можно забрать, как бы, без такого. Fire-то может взять с духом. Костя, у тебя есть на ДЦ? А, не, я не буду эту шляпку брать на ДЦ, вы чё? Ну всё, пылю. Я к чёрт не взять. Зачем, если Жай не берётся жезл? Без жезла с Джайна. Ее, кстати, открыли? Еще нет. Или вроде. Да. Халявный рез. Я бы на это не надеялся так. Если мы в рез ходить не будем, пока Джайну не откроем. Ну, если на этой неделе мы туда пойдем начать. Смотри, Вага, надо, короче, Лича да, завалить, а потом Ануба еще. Причем на дань бессмертия. А мы можем сейчас собраться, как, кстати. Пошли. Все, РТ закончено, наливаем. Комнату, подожди. Портал открыть, и все свободно будет. Что потом просто в этой комнате дебильной не стоять. А, вон ты бы прояснил, то вон там люди в курсе, походу, что можно уходить. Нет, я про ИВК. Блять, а за что меня-то, блядь? Старфол. Я не нажимал, блядь. Может, случайно? Ты до кого, блядь, он без тебя. Ты в душе про товар, они чуют. Просто мои свои пизды дали, блин. Сука, за что? На том, на чужой район забрел. Таунт протвара даже в сове работает. Да ладно, ой, просто сов никто не любит. Не-не-не, теперь Елемов. А кто знает, вот в сове 2-5, когда будет там сильно разница будет от 4-10. Еще чаще убивать будут. А в паладину напишу, он про в сове. Вот на паладину, вот когда я только собрал 4-5. Что он еще жив там? Там 4К было разница, по-моему, ДПС. Вот только-только. Ну все, РТ закончилось, ЕП начислено. Че, Вой, ты там РС хочешь или чего? Или да можете ВК? Ну давай ВК, че. Можно на РС какую-то положить. Ну сейчас попробуем дань бессмертию сделать тогда.